Итак, всем привет, с вами ДПГ, мы продолжаем играть за таджиков в Персии, в новом DLC, в Крусаков третьих. Если вы еще вдруг не подписаны, ребят, обязательно подписывайтесь. А у нас по плану очень много завоеваний, поехали. И мы получаем себе не самый приятный ивент, мы умрем в течение года. Я на всякий случай еще бафчик здоровья сделаю, но в целом, да, старость не победить. Поэтому сделать мы вряд ли что-то успеем прям. Максимум это объявить войну, но у нас не хватает престижа. Я думаю, мы могли бы это пережить, но ладно. Давайте сразу... Господи, как же громко это. Некоторые звуки почему-то не в ладах с остальными. Увы, нет. Да, тратим престиж последний, какой есть, на эту войну. И я не успел особо ничего сделать. Сразу я... Так, пауза почему-то не поставилась. Отъезжаю. И наш обжора становится новым лидером. Примерно так, наверное, нашего селла про это и говорили. И у нас здесь немножко произошла перепланировка, скажем так, территории. И наш сводный брат получил остальное. Но сводный брат наш, ему всего лишь 11. А значит, как говорится, увы, парень. Но мы должны получить все наследство и потом уже отдать нашим сыновьям. У нас есть две дочери и наследник игрок, который, кстати говоря, имеет интеллект. Что отлично, наши визии, черты потихоньку развиваются, отлично. Мы, кстати говоря, более-менее развитым стартуем. У нас сразу архитектор есть, администратор частично прокачан. Так, он уже есть, его не надо докачивать, верно? Верно. Что не так плохо на самом деле? Но нам нужно, конечно, немножко раскачать себе военку, так что идем вот сюда. Нам нужен контроль. Надеваем наш боевой, так сказать, шлем с боевыми перьями. И теперь мы возглавляем армию. И вот присоединяемся целое герцогство. Шикарно. Ой, смотрите-ка, они могут продолжать тайно исповедовать какие-то религии. Но нам нужно, чтобы в идеале наши вассалы поконвертились все в нашу религию. И придерживались... супер идеально нашей культуры, но это уже вряд ли. По крайней мере, провинции мы точно их будем перекачивать. И смотрите, убийство ребенка, вы точно это оплатите? Да. Не было выбора. Убит. Получили стресс, потеряли единство, но получили все данные новой территории. То, что мы и хотели. Мы, кстати говоря, если посмотреть, имеем на 2 домена потенциальных меньше, чем наш прошлый персонаж. Из-за чего нам придется поддавать их побольше. Но ничего, справимся. Ой, отдых для уставших. Можем опять найти сокровища. Помните, такой ивентик уже был. И находим. Прекрасно. Можно даже подзастроиться еще поплотнее. Вот здесь и не так много, что мы можем поапгрейдить, если честно. И правление наше проходит пока невероятно спокойно. Строим тихонечко домики. Накапливаем какие-то деньги сейчас. И, в общем-то, готовимся к беспорядкам. А нам можно пока что сходить... путешествовать и поискать что-то божественное. Почему бы нет? Господи, уже в 51 год он стал немощным. Что подумает его отец, который дожил спокойно до 73? Ну и вот наш сын получается чуть-чуть получше. У него теперь есть отвага, есть переменчивость. Отвага, конечно, не самый лучший оперек, потому что повышает смертность в бою. А знаю, мы этого не хотим. Значит, возглавлять он армии не будет. Но в целом, окей, это лучше, чем гневливость, которая была бы у нас с грехом. Потому что, видите, у нас сейчас 2 греха, и у нас благочестие вообще не растет. И переменчивость, что на самом деле очень полезно, потому что это как раз-таки сопротивление проискам. Но управление немножко падает. Линию, но как есть. И у нас еще застывшая скорость теперь от жены, которая умерла. Чувствую, наш персонаж скоро отъедет. А еще нам объявили войну. Вот это... было достаточно неожиданно даже. Но по ощущениям мы просто сильнее намного. Ну да. Причем можно позвать союзников и... Да, черт возьми, я каждого позову. И наш сын вырос в уверенного мужчину. 3-й левел образования. У нас был 2-й, у отца 2-й. У наследника 3-й, значит, в целом неплохо. И мы умерли. Ага. Ну что можно сказать на этот счет? Ладно. Заканчиваем эту войну уже следующим персонажем, получаем, получается, престиж новому персонажу, деньги тоже. И это на самом деле неплохо, что мы наконец-таки сменили его.
единственная музыка только начала играть громко. Не уверен, связано ли это. Я понятия, если честно, не имею. Назначаем новых туда людей. Или где-то не самых новых. Вассалов не хочу назначать сюда. Покинем бабок нормальных тайному советнику, чтобы он не сделал никакой фигни. Нормально. Наша сводная сестра уже в 4 года воровка, кто бы сомневался. Но дать титул я никому не могу, у меня из родственников только, их называют сиблингами здесь, забавно, ну ладно. Только сестры, братьев нету. Значит, нужно с этим как-то что-то решать. Так, регенту пора бы это, пора бы свалить, если честно. Тут можно ему разное что-то предложить за это. Признание, блин, признание, мы даем... На признание престиж просто. Давай. Отлично, все. А то что-то регент мне не нравится. Надо править напрямую, как говорится. И Томин от этого просто взял и умер, потому что у нас слабо с управлением, что ли? Как будто не должно быть. А, ну да, все верно. У нас просто там был уже перк. А здесь у нас нет перка. Вот этот вот, на два домена. Придется потерпеть. И наш сын такой маленький, а уже хотел кого-то убить. Нет, пожалуйста, давай передумай, остановись. И оказывается, у нас тут есть некоторая ситара про наш любовник. Но мы все узаканиваем, как бы. У нас есть возможность... Тайно вступить в брак, господи, жесть. У нас в теории есть возможность на ней жениться. У нее есть помолвка на непонятном щеле. Я понял. Ну, давайте попробуем. Там, ребят, с персонажами, этими соперниками, но в целом вроде ничего страшного. И есть шанс, что все получится, но все 5%, ладно, нет. 5% звучит слишком мало. Ну так как у меня нифига нету престижа, а мне бы его получить. С этими ребятами я войну вообще успел проиграть. А стоит нам, наверное, пойти и сделать какой-нибудь турнир, либо вообще большой тур вообще. Большой тур звучит интересно, давайте турнирчик, почему бы нет. И сюда состязания можем разные здесь делать. Ближний бой мы не можем, потому что нужна какая-то культура, окей. Стихотворение, качки, настольные игры, поединок. В общем-то, очень много чего. Ну, думаю, гача борьба, очевидно, нам нужна. И что еще, поединок? Я так понимаю, 3 это то, насколько у нас неплохо, да. И скачки еще тоже можем, давайте, наверное, поставить. Ну да, как-то так. Окей, да, мы там участвуем, прекрасно. Начинаем большой турнир. Не будем терять время. На пути к отбору мы. И пока что надеемся, что у нас побыстрее наследник появится. И вот она, гача борьба начинается. Вы встретитесь с персонажем. Борьба, которую устраивает, вы получите свойство сноровка. О, это неплохо. Да, есть пауза. Чемпион проходит отбор. Можем начинать, поехали. Мы можем, смотрите-ка. Наравне? Наравне? Мне нужна такая победа. Я понял, можно, короче, поднасрать тому, кто посильнее нас. Я понял. Давайте так и сделаем, почему бы нет. Смотрите-ка, можем мы... Нам в глаз палец засунули. Главное, чтобы не в шоколадный глаз. Ну ладно, короче. Немного увеличиваем свой счет и сами получаем помутнение зрения, потом он. Либо назовем судью. Назовем судью. Печень-то не защищена. Будем бороться как воины. Так, ну у нас как-то все жиденько. Но печень самая такая реально незащищенная. Это у нас в глазах потемнело? Нет, ладно, нормально, все отлично. Какая-то сцена из гача опять, и мы победили. Отлично. Ой, можно сказать, чел, ты, кстати, мой вассал, поэтому ты проиграл. Отлично. Ну и что, финал. Я так понимаю. Прозвище грязный. И Пачман получает странную походку. Да, все средства хороши. Теперь мы грязный. Ну ладно, нормально. Печень. В прошлый раз нас это не подвело. Опять рисунок из гача, ребята, и... Полной спине победил Шоперста, он жульничал, отстранить. Да, он жульничал, конечно.
Отлично, смотрите, все, мы победили. Абсолютно честно, абсолютно честно. Победа. Неужели победа? Конечно, победа. Престиж. Даже денежки вернули. Милый борцуха, братуха. Здоровье. Отлично. Вот это нормальная тема. Мы еще получаем боец. Сюда. И теперь поехали скачки. Я могу, кстати говоря, сделать ставку. Ладно, лучше было не ставить, я понял. Или что? Ладно, допустим. Мы здесь фармим максимум престижа и пытаемся параллельно выиграть. И тут нереальные анимации, нереальный контент. И тоже побеждает в этих нереальных скачках, в которых я вообще не понял, что происходит. Мы потеряли ставку. Да, плевать на самом деле. Получили мы зато бабки, получили престиж опять. Получили еще один бафчик себе. Отлично. Ой, мы получили призовое ожерелье на престиж. Замечательное событие. 800 престижа наверх еще получили. Сюда. Либо мы можем еще престиж попробовать ролинуть сверху. А, шанс не самый хороший. Давайте просто молча победим. Этого, кстати говоря, все еще не хватает, чтобы следующий КБ юзать, следующего размера, что меня расстраивает, но что поделать. И смекалочкой, видите, их больше, нас меньше, но они не вступают в бой, значит мы осаждаем. Мы захватываем себе дополнительные территории, отлично. А у нас наконец появился наследник, и он крепкое тело имеет и интеллект. Значит, что потихоньку мы действительно развиваем наш конструктор. И пока у нас это все мирно, у нас аж 3 сына. Что уже на самом деле многовато. И мы в это время едем уже на турнир. С сыновьями разберемся попозже. Ну да, но луки мы, конечно, как обычно, не проходим. А еще можно перед тем, как начнется опять время войны, ездить в универ. Ну, тут происходит куча ивентов, которые позволяют мне тратить какие-то ресурсы на то, чтобы лучше учиться. О! Получили потомок Медаса. Мы взяли и лапнули все образование. Это очень-очень приятно. 2 очка в области администрирования и плюс 1 управление. Шикарно, на самом деле. Что я могу сказать? Действительно шикарно. Так, куча у нас еще детей рождается, пока мы в универе. То есть в другой стране мы, а у нас дети рождаются. Это, конечно, вызывает некоторые подозрения. Но ладно. И вот мы можем уже иметь 9 территорий. 9 провинций в нашем домене. Прекрасно. Ой, с нами покупают перемирие. Единственное, здесь очень странно иногда работает, мы отказались, потому что у меня в этот момент не поставилась пауза. Вот бы они нормально правила заставили там, где надо, и не оставили там, где не надо. И мы с первого боя здесь захватываем узника и захватываем территорию. И нам нужно теперь как можно быстрее все позахватывать, пока все еще время, когда можно захватывать. И начинаем уже большие войны, наконец-таки, за герцогство снова. И я думаю, после этой войны мы сможем сделать королевство Персия. Ну, либо почти сделать. А там уже недалеко и до империи. И мы могли вообще основать новое королевство, но нет. Меня интересует существующее. Нужно лишь создать для этого еще одно герцогство, что для нас не сложно. И теперь мы королевство Персия. Прах и вид себя подданным. Вот с этим мы получаем монарший двор наконец-таки. И начинаем слушать просителей. Ой, тут даже полезные ивенты, на самом деле. И в новых территориях, кого, возможно, поконвертили. На самом деле не так мало, так что нормально. Большое стадо, да, получили большое стадо. А, прекрасно. Что нам нужно для того, чтобы самим закончить вот это вот чудо? Я так понимаю, мы можем сделать либо басистское унижение, но мы не можем, что нам нужны мусульмане, либо иранское возрождение. Ну, мы, очевидно, будем делать иранское возрождение. Нам нужно еще побольше подзахватить. Здесь территории, кстати, не так много. И делать всем иранское наследие. Вот это сложнее. А теперь время обратить наш взор на север. Ой, наш наследник-игрок получает потомок Медаса. У него достаточно нормальные перки. Значит, что у нас есть нормальный, в общем-то, наследник. И пока я начинаю очередную войну вот сюда, на нас напали отсюда. Ну, на этот случай у меня есть как раз взрослые дочки. Так что заключаем здесь парочку союзов. Получаем неплохих солдат себе.
которых мы призываем от наших союзников. Вот сюда. Прекрасно. И ОБС опять залагал, я отрезал вообще все, что можно. Мы победили там войну, захватили еще территории. И да, надо теперь, наверное, думать, что делать нам с правителем, потому что через нашими наследниками, потому что их стало чуть-чуть многовато. И мы лишаем наследства одного из сыновей, самого младшего, нас призывают в войну, допустим. Нам сейчас самим нужно пойти побыстрее в войну. Я тут еще начал выкупать мужиков. Не только мужиков и женщин, в том числе и наших темницы, мы можем просто начать войну, пока стабилизация не началась. Значит, начинаем. Можем захватить... А, у нас это Юрий претензии есть. Ну, ни на что у нас не хватает особого престижа. Что поделать? Придется потерпеть. И прямо во время этого у нас здесь... Убивают. Просто-напросто. Он тебя сравняет с тобой, Фразма. Ага, он хочет сравниться с родителем благочестия. Либо золотой час. Мы согласны жить в его тени. Слушайте, ну получается, лишний стресс не хочется, поэтому поживем в тени. Ладно, так и быть. Мне нужно бегом возвращать наши территории. И начнем, конечно же, вот с этого парня. Нам его убить надо 2 года. И этого тоже надо убить, тоже 2 года. Вероятно, будет. Ну ладно, давайте начнем с этого. Потому что у него шансы хорошие. А с этим, значит, нужно как-то сделать по-другому. Или 95%. И убить минус с пряностями. Но мы их агентов обнаружили. То очень нам помешало. Особенно то, что он успел сделать чертового наследника. Ладно, ненадолго. И войну мы еле-еле выигрываем. Выигрываем же, верно? Да, 100%. Очень тяжелая. Очень много денег мы потеряли. И нам объявили еще одну параллель с этим. Но это уже мы выиграем. Без проблем. А у нас еще поддержка претендента. Нашу сестру. Я не потерплю угроз. Ну и я еще сделал пару союзов. Продавал, так сказать, сестер. И вот мы уже можем... В принципе, и пережить это все. И вот я уже смог защититься от первой войны. Плюс получить немножко денег с этого. Сейчас пойдем и разберемся с восставшими. И вот, разбили мы повстанцев. И начинаем теперь их осаждать. Параллельно наши союзники тоже их осаждают. И вот, мы разбили повстанцев. Прекрасно. Ну и не хватало одного восстания, на вам второе. Эх, ну что же вам все не имется? Ну все, еретики, а вот этот парень тут как оказался, не знаю, но он очень смешно ухмыляется, очень странно. Возможно, он тоже еретик, но просто притворяется. Ну и, конечно, мы не потерпим угроз ни в коем случае. И да, бегом опять призываем наших союзников. Благо, армия у них хорошая. О, и там, так понял, умер чел или что? И теперь там новый чел такой, давай попробуем опять. Эх, ну и душат, конечно. Ну нет, конечно. Пробуем опять, ладно. И в каких же я жестких долгах, как же мне это сейчас контроль выбьет? Но ничего, справимся. Я еще один союзник заключил. Сейчас разберемся. И у меня что-то, кажется, забагалось. А нет, все, мы вернулись, слава богу. Господи, съездил в помедитировать. Как же я потерял миллион всего. Миллион престижа, миллион денег. И, в общем-то, плохих перков набрался. Но зато я убил своего брата и получил заново территории. Это уже хорошая новость. И наконец-таки ценный узник. Кстати говоря, можно было бы всех узников продать. Это даст нам еще немного денег. Солидно денег, я бы сказал. Варскорб потеряем, но мы отобьем его. Итак, вот она, наша помолвка. Очень хорошие перки. У нас тоже хорошие перки. Не смотря на красный текст. И, в общем-то, готовимся плодить хороших наследников. И война закончилась, потому что чел, видимо, умер, который возглавлял эту войну. И ваш соседний игрок и дочь. Интеллект, прелесть и сильное тело. Прекрасно. Такого бы только мальчика сейчас. И, в общем-то, проблема с генетикой у нас решена будет. Осталось теперь только как-то долги вернуть. И в целом мы смогли наконец-таки перейти от того правителя. Господи, как же тяжело. И разорвался союз, потому что кто-то не одобряет наш брак.
Ну, о. Это нам надо. И у меня уже имеется два сына. Один гений и крепкое тело, а другой просто гений. Что меня радует, но, конечно, лучше, если бы там были дольше. Потому что дочери не требуют земель потом. Зато дочери давать союзы, так что они очень даже выгодны. И вот очередная война, которую мы еле выигрываем благодаря союзам. Но, опять-таки, выигрываем. Это самое главное. И практически мы сможем после этого нажать окончание борьбы. Это совсем немного. И вот у нас получилась уже такая неплохая страна, которая просто рвется на все части, потому что у нас здесь куча разных религий. У нас здесь каждый раз, когда восходит на престол, убивает всех своих братьев, из-за этого его не любят. И потом теряет ошибку отца, как говорится. Но ничего. Достаточно скоро мы сможем, я надеюсь, окончить эту борьбу. Можем не успеть, кстати говоря. Есть шанс, что уступки произойдут. И это тоже закончит борьбу. Но мы верим, что мы успеем нажать вот эту кнопку. Нам для этого нужно лишь репутацию. И также, чтобы 60% обладали иранским наследником, вовлеченных графов. То есть есть два варианта, как это сделать. Убить всех не иранских, либо ассимилировать. В общем-то, варианты примерно одинаковые. В любом случае, мы займемся уже этим в следующей серии. С вами был Добрый. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, твич, скрут, бусти. Все как обычно. И до скорых встреч. Всем пока.